Сегодня важный день искателей знаков отличия. Я это чувствую. Именно сегодня мы все получим наши знаки отличия в боулинге. Здорово! То есть, ура! Да, после этого нас уже не будут называть искателями знаков отличия. Мы будем тремя ударами. Звучит так, как будто нам нанесли удар. Может, кегли-близнецы? Но нас ведь трое. Ну тогда... чемпионки по боулингу! Чемпионки по боулингу, точно! Отлично! Ну что ж, давайте всех удивим! Лихорадка. Эй, может мне получить знак отличия за разрушение? Автор сценария Эми Китинг Роджерс, режиссер Джеймс Вути Вутон. Не огорчайся, Эйпл Блум. Я точно знаю, как мы можем тебя развеселить. Это лакомство подымет тебе настроение. Вовсе нет. Вовсе нет. Эй, Эппл Блум, это же просто знак отличия. Или в отсутствие. Это не поможет. Эппл Блум, куда ты? Эппл Блум, Эппл Блум ко мне пришла. Но почему ты здесь одна? Что с тобой случилось, дорогая? О, сломала зуб, тут по лесу гуляю. Мое лекарство все исправит непременно. И целым станет зуб мгновенно. Я испробовала все за кора, но так и не получила знак отличия. Получается, что когда я состарюсь, как бабуля Смит, то буду ходить. И ты всего добьешься без помех. Но помни, только терпеливых ждет успех. Я слышала это от каждой знакомой мне пони. И теперь слышу и от каждой зебры. Просто я слишком нетерпеливая. Мне нужен знак отличия прямо сейчас! Увидишь знак отличия, ты свой. Нам для начала вылечим мы зубик твой.
Выпей эту чашу всю до дна, и не останется от дырочки следа. Надо же! Ты сделала это, Зикора! Ух ты! Это зелья, которые могут избавить от любой болезни? Переломы, боли в спине, простуда? Да, малышка, ты права. Целебное зелье спасет, как всегда. Здесь можно найти не только лечебные травы, но еще и те, которые нужны, чтобы быть красивой. Например, вот это для гривы. Ух ты! У тебя ведь есть зелье, с помощью которого можно сделать что угодно? Любую смесь я в этой комнате найду, но не поможет это воплотить мечту. Не волшебство подарит тебе знак, а только время, верный друг и враг. Ладно. А что это такое, Закура? Для петуха готовлю здесь я кое-что. Мне срочно нужно вылечить его. Необходимо применить его. Волшебство, иначе опоздает утро без него. Эй, я видела этот цветок в поле, Вилли. Что это? Мы называем заветным желанием цветок. В зелье свое я добавлю его лепесток. И петуху я этим только помогу. И утром он нам прокричит кукареку. Вот это да! Заветное желание, да? Но как же так? Я не пойму. Я аметист на полке не найду. Отправлюсь я на поиски пурпурного цветка. Его всегда увижу я издалека. Да, иди, иди. Я проголодалась. Я тоже. Эпплблум, теперь у тебя есть знак отличия. Эпплблум, что это? Да, это буква О. Ты разбираешься в орфографии? Или это кольцо? Ты что, ювелир? Или это пончик? Звучит очень аппетитно. Нет, это обруч. Повтори. Обруч. Мне он так нравится. Эпплджек сделала его из старой бочки, когда я была совсем маленькой. Кто бы мог подумать, что в этом-то и кроется мой талант? Ух ты, Эпплблум, потрясающе! Это все? Это твой талант? Просто вращать кольцо? Брось! Оу, вы еще ничегошеньки не видели! Мои маленькие пони, пора на занятия. Эпплблум? Да, мисс Чирайли? Я хочу, чтобы ты отнесла обруч во двор и поделилась с нами секретами своего мастерства. Да! Продолжайте, может, что-нибудь и получится. Отличная работа! Ты слишком добра, Эпплблум. Да, у нас ничего не выходит. Просто нужно тренироваться. И скоро у вас все будет получаться. И это. Еще. Хорошо. Еще несколько трюков. Но осторожно,
Они очень сложные. Не для начинающих. Понятно, Тиара. Я называю это вертолет. Еще один знак отличия. Этот последний трюк кое-что прояснил. Эти знаки отличия – подделка. Что? Это не так. Мисс Чирелли, вы когда-нибудь слышали о пони с двумя знаками отличия? Я никогда о таком не слышала. Ну, может быть, у Эпплблум есть два особых таланта? О, да? Тогда давайте посмотрим. Лови тарелки! Да. Ой, два знака отличия. Два таланта. О, да! Наша подруга самая талантливая пони на свете. Ну что, пони, готовы к настоящему представлению? Да. Я в жизни не видела такого, а ты? Нет. То, как ты крутилась, прыгала и скакала, напомнило мне о той поре, когда я сама была шустрой молодой пони. Спина, спина. Ох, так получше. Эпплблум, ты можешь показать что-нибудь еще прямо сейчас? Честно говоря, прямо сейчас я готова лечь спать. Я очень устала. Увидимся утром. Пока. Пока. Это невероятно. Наша Эпплблум наконец расцвела. До большой маки. Да. Что там происходит? Эпплблум, что ты вытворяешь? О! Это чечетка? Три знака отличия. Помоги мне! Помоги мне! Иди сюда! Я знаю кое-кого, кто нам поможет. Три знака отличия, три таланта. Я не видела ничего подобного. Недавно я читала о необычных болезнях пони. Как оно называлось? Волшебный медицинский справочник пони. Да, Спайк, ты умница. Да, я тоже обладаю некоторыми талантами. Лихорадка? Это не то. О! Талантливая лихорадка. Талантливая лихорадка. Талантливая лихорадка – это болезнь, которая впервые обрушилась на пони еще в древние времена. Скажи это в 10 раз быстрее. Знаки отличия появляются на всем теле пони, заставляя ее тут же демонстрировать новые таланты.
это про меня! Да, ну как это лечить? Как лечить? Тут сказано, что лекарства от этого нет. Нет лекарства? Выяснить причину эпидемии не удалось. Талантливая лихорадка прошла так же загадочно, как и возникла. О, нет! Сакрабле! Люди нах де папи! О, кэшка ше! Жепан фонсе! Моя сестра говорит на другом языке! Нужна помощь! Я знаю, что ей нужна помощь, но мы не можем просто ждать, когда это пройдет. Необходимо найти кого-то, кто сможет приготовить лекарства! Не просто пони, а зебру! Зикора! Скорее! Скорее! Допишему! Она одержима! Заколдована! Вовсе нет! Просто у нее странная, загадочная, неизлечимая болезнь. Талантливая лихорадка! Талантливая лихорадка! Я думала, что страх ушел отсюда навсегда, когда в последний раз я здесь была. Но закрыты ставни, на дверях засовы, и никого на улице я не увижу снова. Зикора, у Эппл Блум талантливая лихорадка. Мы шли к тебе, чтобы спросить о лекарстве. А ты оказалась здесь. Тебе подсказала интуиция? Моя интуиция здесь ни при чем. Вам должна рассказать я о том... как из-за поисков цветка покинула я дом, и все, что нужно, вскоре я нашла. Но позже Эппл Блум ко мне зашла. Возможно, все расскажет нам она. Как все цветы пропали со стола. От сыпи это и есть лекарство у меня. Волшебной силой обладают правды семена. Так дай их, Эппл Блум, быстрее! Зарой ты в землю эти семена. Как только прорастут они, ты спасена. Повтори. И этим семенам несложно прорасти, но слово правды ты должна произнести. Тогда за дело! Теперь пусть кто-нибудь скажет правду. Пони! Кто-нибудь! Вчера я сказала миссис Пирожок, что съела два пирожных, а не три! Но мне так стыдно, что я солгала, особенно вам.
Я так хотела получить знак отличия, что забыла обо всем. Мне очень жаль, что я стащила у тебя цветок, Закора. Я пойму тебя, если ты не захочешь меня больше видеть. Эпплблум, ну что за глупость ты мне говоришь? Ты для меня всегда желанный гость, малыш. Ведь каждая ошибка чему-то учит нас, и ценный опыт ты приобрела на этот раз. Эпплблум, может, ты напишешь принцессе Селестии о том, что ты усвоила? С радостью, Искорка! Спайк, готов! Дорогая принцесса Селестия, иногда приходится долго ждать осуществления самых заветных желаний, и можно попытаться опередить события, но нечестный поступок не поможет добиться того, о чем ты мечтаешь. Быть искренним самим собой и другими – это и есть самое настоящее заветное желание. Я горжусь тобой. Кажется, ты наконец поняла, как важно терпение. Да, все хорошее происходит с теми, кто ждет. Я ждала долго. Даже слишком долго. Что? Что будем делать сегодня, чтобы заслужить знак отличия? Знаешь что? Для пони, которая никогда не готовила зелье, ты в этом явно преуспела. Да, значит, это и есть твой талант. Озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».